Он быстро, быстро. Да ну давай, я уже сейчас хочу, залягу да спать. Пойдем, короче, все? Еще раз, Майк, вы пьете здесь максимум вдвоем, мы зачитаемся, вы смотрите, что... Это получается второй полувагон перед... Бля, мы еще раз... Просто выходишь, вот так будет. Все, отлично. Обойдем. На север, на Ярославль. Ты первый или я? Похер. Давай. Ну давай, а что нам остается-то? Давай, давай, там едет что-то. Витя, побудь пока в мешке, пусть вот эта хуйня проедет. Все, давай, пошел. Я ждал, пока это проедет. Подвиньтесь! Тихо, спокойно. Я тебе не перелезу через то. Конечно. Кекару. Постояли. Что, почекали, блядь? Почекали. Они перелезают через бочки. Лето? Через бочки, ты на ходу. Я только что до одного. О, давай, 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 давай! Так, плюс один. Ну, я знаю, я бы сходил на самом деле. Это нихуя не сдать у нас пока что. О! Это кто, блядь? Это Вох. Это Ванечка. Ваня был? А я ехал параллельно вам, я прям еду, смотрю, а вы из вагона выставите, я даже заснял. Да, да, мы тоже, Сеня тебя видел тоже, как ты едешь. А ты что, один? Ну что, давай, один. Давай, Витюня. Так, а они даже не побежали или они не успели? Ты успел, что ты делаешь? Давай. Ваня, сколько вагонов-то перепрыгнул? Я ему звонил, они не уехали. Четверо. Походу, да, я не знаю. Но у нас серный огонь слева от состава. Я что-то тоже нихуя не понимаю. А, слушай, это нас, тут поворот, это нам горит, вагонка не мигает, значит, Владимир. Нам кривает для всех. Значит, Владимир, вагонка не мигает. Если бы был зеленый, то... похоже на... но это не точно. Блять, вот это интрига, сука. А он мигать перестал. Походу, сейчас нас... потому что он на красный переключил. Да. Нет, он же до того, как на красный. 600 метров до стрелки. Стрелка? Владимир, блядь! Это Владимир! И вот на этом моменте, Сеня, я понял, мы едем на Владимир. Спокойно. Там, смотри, этот... Вот эти два идут на мост, а этот крайний перемещается в Вернаду. Потом вот Севастан. Да! Давай! Ебаш ДС! Спин, пожалуйста. Бегасон! Давайте отвлекаем вагон нахуй! Бегасон! Вот так!
назад, да, я тоже так думаю. Не принят? Стоит, смотрите, видите? Фарами светит, сука, вот там вот они. Да это автодорога, ё-моё. Короче, до следующей станции, это самый лучший вариант. Ты что, тут 45 километров 6? На Владимире будут ждать. Да, вон, на горе там трасса, да, сгерывается. Я предложил вообще свалить туда куда-нибудь. Вот, да, свалить, давайте. Давайте в жилой квартал, в жилой квартал. Подождём, когда магазин, блядь, спокойно. А чё ждать-то? Электричку мы просрали, теперь до часа дня будем ждать. На станцию Владимира. А там курсы свои бежать. Это наши. Точно? Да. Точно. Давайте, может, подождем все? Давай. Они не успеют. Электричка отъехала 2 минуты назад. А вот, что мимо нас тут проехал. Это экспресс. Сейчас мимо нас обычная проедет. Ближайшая платформа — это Владимир. Да пошли в город тогда. С той стороны. Да, давайте, все. Пойдемте в город. На станцию. На вокзал центральный. Конечно. Бежи. Вот, это как себе представляешь? О. Нанотехнологии. На скорости, блин, да? На скорости. Алло. Алло, вы где? Мы сошли чуть впереди. Да я понял, но куда вы пошли? Вы к вокзалу пошли. Мы спрятали котелки. Котелка надо пройти. Тут уже все знают, что мы ехали на этом поезде. Если я увижу толпу, то сразу скажу, что это мы. Ну я понял, хорошо. Вы прячьтесь, Элка пройдет, и мы выйдем на нашу. Блять, мы уже выходим в город. Вы, короче, идите там, где мы сошли, в нашу сторону. Я на этом лестнице. Да, да, вот по ней, идите, поверните на... Право, для вас это будет направо. Да, я знаю. И да. Вот мы у гаражей будем вас ждать тогда. Окей, иди. Все, давайте. Ждем. 7:48. Ну все, сейчас они придут.